Туристический налог с 2025 года вводят в Рубцовске. Нет, некогда промышленный город не возомнил себя туристической меккой. Под взимание определенного сбора, судя по решению Совета депутатов Рубцовска, попадут все гости города. Возможно, это просто недочет народных избранников, но пока, в отличие от курортного сбора, туристический ведет себя слишком смело. Жители Алтайского края, приезжая в город-курорт Белокуриха, курортный сбор не платят. Потому что они жители Алтайского края. Герои Советского Союза и России курортный сбор не платят. Многодетные семьи курортный сбор не платят. Вот сейчас Рубцовск принял, категории, которые освобождены от уплаты, их нет. То есть платят все. По решению федерального центра в 2025 году курортный сбор трансформируется в туристический. Ввести его может любой город, райцентр или даже село по решению депутатов, что и сделал Рубцовск, хоть это и звучит как анекдот. По мнению Владимира Семенова, туристический потенциал есть в любом населенном пункте. Другой вопрос, насколько он развит или не развит в случае Рубцовска. Еще один ключевой вопрос – на что пойдет налог? Если раньше по федеральному закону о курортном сборе у нас деньги приходили, условно говоря, отмаркированные на особый счет, то теперь деньги будут поступать от туристического сбора просто на счет муниципалитета. Куда буду тратить? Подумаю, водопровод новый починю, у меня водопровод, тут рвется водопровод. Или сельсовет отремонтирую. Ну, сразу возникает вопрос, турист, который за это платит, он вообще может не увидеть место вложения своих вот этих дополнительных средств. В 2025 году в Рубцовске должны взимать 1% от стоимости размещения с увеличением процента на 1 пункт с каждым годом, но максимальная ставка будет 5%. Сейчас в городе промышленного технопарка 18 объектов, облагаемых турналогом. Само слово «туристический сбор», мы его, вот саму идею, да, мы вот вымываем, выхолащиваем вот такими действиями. Закон о турналоге, будучи проектом, обсуждался с регионами, но существенной корректировки не последовало. Тем не менее, взимать дополнительные деньги теперь может любой населенный пункт, вне зависимости от развития туриндустрии. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. День с толком.